Ой, девчоночки, Дима подарил мне, как этот цветочек называется, пуансетия, да, звезда. Но я вот стала открывать, и вообще листья повалились. Я так расстроилась, уже боюсь до него дотрагиваться. Он, наверное, обмороженный. Не знаю, получится ли мне его спасти. Ну вот смотрите, прямо листики отваливаются, и вот такие белый сок идет. Боюсь уже даже что-то трогать. Я очень надеюсь, что он хоть немножко у меня поживет. Вот такие вот листочки. Поврежденные цветочки, поврежденные такие. Но будем спасать. У меня такого цветочка никогда не было. Если, девчонки, знаете, подскажите, как можно его, может, реанимировать. Вот так я, девочки, утром проснулась. Это, наверное, чтобы я не похудела. Такой подарочек Дима сделал. Очень, конечно, приятно. Уже на работе. Ну и вот, по осень ты ее тоже подарила. Утро начинается. Новый год моей новой жизни. Вот так вот, девочки. Так, девочки, сейчас буду начинать готовить торт. Оформлять, вернее, разрезала на 3 коржа. Сиропчик. Крем у меня еще пока в холодильнике. Один слой у меня будет прослоечка с манго. Второй слой будет с бананчиком. Оформление пойдет мандарин. Долго уж, много времени ушло на чистку мандарина от вот этих всяких прожилочек беленьких. Приступим. Вот такой, ребята, получился у меня тортик. Вот так вот. Крема, конечно, чуть меньше получилось, чем хотелось бы. Одна банка сгущенки и 250 грамм получается масла. И маловато. Я здесь сделала присыпку из кокоса. Вафельные бабочки, бусинки глазированные и мандаринчиком. Хотела сверху желе залить, но чего-то передумала. Вот такой вот тортик. Вот такой вот, ребята, тортик получился. Сделала я, ребята, еще 3 маленькие плошечки желе. У меня оставался манговый сироп и мандаринка. Вот. Так что будет еще на завтра на десерт желе. Добрый-добрый день, милые мои девчоночки и мальчишечки! Я вышла с вами поздороваться, ну, буквально на 5 минут. Сказать вам большое-большое спасибо за поздравления. Я еще никому, девочки, не ответила. С утра сыпятся поздравления. Очень-очень мне приятно. Спасибо вам огромное. Просто я сегодня как белка в колесе. Девчонки придут к 2 часам. Анатолик пришел мешаться. Вот он, мамин пузырек. Мамин пузыречек. И я, знаете, быстро-быстро утром встала, думала, ну, примерно 4 часа мне будет достаточно. А с утра я такая какая-то квелая, не прочитала. Вот вижу, что пильк-пильк-пильк-пильк, телефон, сообщения идут. Но я еще ни на одно сообщение девочки не ответила. Спасибо вам огромное, большущая благодарность.
Вот и стукнуло мне 46. Начинаю отсчет нового года, 47-го, скажем так, да. Буду надеяться, что этот год принесет мне только положительные эмоции. Вы, мои друзья, вы для меня огромная-огромная поддержка. Спасибо, что вы у меня есть. Мне очень-очень приятно. Буду верить в лучшее. Еще раз всем огромное спасибо, девчоночки. Видео сегодня будет коротенькое. Если что, вдруг, то я вечерочком еще выйду, когда провожу своих подружек. Так что всем прекрасной, замечательной субботы. С Рождеством всех, кто его сегодня отмечает. Всем желаю мира, добра, здоровья. Будьте добрыми, отзывчивыми, чтобы не было войны никогда, чтобы все мы жили в мире и согласии. И крепкого-крепкого вам здоровья. От меня вам, как обычно, теплое-теплое-теплое сердечко. Всех люблю, всех целую, всех обнимаю. Спасибо вам, спасибо огромное. И всем пока-пока.